Не отрекусь, Петр клялся на вечере, но с грустью на него смотрел Христос. И наступило утро отречения, и пролились потоки жгучих слез. Не высыхали влажные ресницы, не поднимались на друзей глаза. О, бедный Петр, и как могло случиться, что ты, не зная о Христе, сказал? Как будто кто толкнул тебя к падению, и ты не устоял против греха. Каким ужасно было то мгновение, когда ты слышал пение петуха. Не доставалось сил тебе молиться, ты безутешно плакал у костра, ты плакал, Петр, у каменной гробницы, и для души твоей мир черным стал. Ты плакал, ты остался без надежды, что грех простится твой когда-нибудь. Но вот в гробу пустом лежат одежды, как ты бежал, чтобы на них взглянуть? Ты убедился, что отвален камень, что нет того, кто был там погребен. Коснулся ты дрожащими руками, оставшийся от мертвого пелен. И загорелась слабо искра вера, ты был с учениками поздний час. Иисус через плотно запертые двери вошел к вам в дом и стал посреди вас. Ни призрак и ни дух, живой Сын Божий, могла ли удержать Иисуса смерть? О, Петр, не верить было невозможно, но как в глаза воскресшему смотреть, когда в груди, как раны света ночи, ты отречение слов не мог забыть? Спаситель жив, но разве он захочет отрекшегося грешника простить? И снова ты ушел на лодке в море, но видел Иисус твою печаль. Он знал, чье сердце поселилось горе, когда на берегу тебя встречал. Глаза в глаза, знакомый мягкий голос. Ты любишь ли меня? Спросил Христос. Сильнее других и раскаяния полон. Люблю, Господь, ты тихо произнес. Три раза этот вопрос тебе раздался. Не верит этой мыслью огорчен, и вспомнил Петр, как трижды отрекался, и понял, Иисусом грех прощен. Не упрекнул Христос Петра немало, ученика по-прежнему любя, и жизнью новое сердце застучало. Ты знаешь, Господи, что я люблю тебя. О, друг, и мы с тобой одни однажды могли грехом похожим согрешить. И как Петру нам было очень страшно, захочет ли Иисус наш грех простить? И мы на лодке в море уходили, и были перед Господом долгу. Он не простит наши уста шестали, а Иисус нас ждал на берегу. По-прежнему Он угощал нас хлебом, по-прежнему любил в восходе дня. Воскресший Иисус под чистым небом нас спрашивал, ты любишь ли меня? И с наших душ снимал преступление, даруя нам прощение и любовь. И повторялось чудо воскресения. Мы благодать оживали вновь и вновь. О, если сегодня в море кто-то и чьи-то плечи тяжкий груз несут, не плачьте безутешно, словно Петр. Плывите к берегу, там ждет Иисус. Аминь.